Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на ответный матч 1/8 плей-офф Лиги Чемпионов Ювентус Порту. В первом матче Порту выиграл 2-1. Матч начался с грубейшей ошибки Бентанкура, который фактически подарил мяч у своих ворот Тареми, и Порту открыл счет уже на второй минуте матча. В дебюте второго тайма хозяева провели быструю атаку, и Морега закрепил лидерство португальцев. В концовке матча Кьеза отыграл один гол, чем сильно повысил шансы на успех для своей команды. После первого очного матча с Порту Ювентус добыл 3 домашние победы над Кротоной, Специей, Лацио и сыграл 1-1 на выезде с Вероной. Порту выиграл 2 выездных матча у Маритимо и Жилвесенте, но дома сыграл 0-0 со Спортингом и проиграл 2-3 Браге. В норме этот матч должен выиграть в сухую Ювентус, если, конечно же, хозяева не продолжат устраивать ярмарку щедрости для гостей, как это было в первом матче. Взломать оборону гостей будет непросто, но гол, забитый Кьезой в концовке первого тайма, сильно развязывает руки команде Пирло. Если случится небольшое чудо и гости забьют гол, для Ювентуса он не станет катастрофой. Надо будет забить лишь на один гол больше. Старая сеньора как минимум на полголовы сильнее нынешнего Порту. Единственная надежда для гостей – закусить в обороне и отмахаться первый тайм на 0-0. Задача сложная, но при определенной доле везения вполне осуществимая. Однако, как ни крути, в норме эта игра должна бы закончиться где-то на 1 или 2-0. Но там, если случится, скажем, 2-0 и Порту пойдет всей командой ва-банк, скорее всего, португальцы получат и третий гол. Тут изначально у гостей мало шансов забить гол, если опять же не случится чудес на поле. Со своей стороны, если хозяева забьют гол, в дальнейшем они скорее сосредоточатся на контроле мяча, нежели на атакующих действиях. Поэтому шанс на низовой матч здесь достаточно велик. Из связки ставок тотал меньше обе забьют нет победа хозяев, самый высокий коэффициент стоит на тотал меньше 2.11. На обе забьют нет 1.88, на победу хозяев 1.48. В качестве альтернативы можно предложить победу хозяев с фурой минус 1 за 1.79. Здесь велика вероятность, что при условном счете 1-0 Порту будет вынужден атаковать, и в такой ситуации скорее Ювентус забьет второй гол, нежели Порту счет сравняет. Если выбирать один вариант, то здесь очень хорошо просматривается победа Ювентуса, которую можно играть с отрицательной форой, а можно и просто чистую победу. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.